Зайцев, на выход. Кто? Это я, Дима. Ты кто такой? Как ты такой? Я жил здесь 4 года назад. Ничего не знаю, я купил эту квартиру, теперь я здесь живу. Подожди, а хозяйка Лена куда переехала, не знаешь? Не знаю. А телефон не знаешь ее? Не знаю. Да. Здорово, как ты? Привет, нормально. А ты когда вышел? Сегодня вышел, слушай, Ленка квартиру продала, уехала куда-то, не знаю вообще. Переночую у тебя. Я думаю, не получится. Сашенька, кто там пришел? Да так, никто, ошиблись. Так что ты уж извини, но... Дай хоть сигарету, что ли. Спасибо. Опять лампочку выкрутили. А что ты будешь делать, а? А вы если к Каневским, то не ждите их, они уехали. Жалко, конечно. А если у вас лампочки есть, я могу вкрутить. Если хотите.
Ну, вообще-то у мужа там какие-то остались. Ну, пойдемте, что ли, посмотрим. Вас как зовут? Дмитрий. А меня Мария Сергеевна. Вы издалека? Да уж. Чем занимаетесь? А я вот в библиотеке работаю. То есть работала. Вот, лампочка хорошая. Давайте. Дима, у меня там картошка на плите. Вы проходите на кухню. Я вас хочу ужином покормить. Кухня прямо по коридору. Проходите, садитесь. Кушайте, пожалуйста. Может, вам починить чего? Ой, да тут за что ни возьмись, все разваливается. Мужика-то в доме нет. А сын? Ой, что сын? Вот где он шатается? Темно, поздно, а его нет. Кран у вас течет. Капает. Могу починить. У вас инструмент есть? Ну, вообще-то есть. Принести? Несите. Хорошо. Ну вот. Я погреюсь еще немножко и пойду. Да, хорошо, конечно. Ванечка пришел. Извините. Заходи. Замерз? Замерз. Ну давай, раздевайся. Мам, денег дай. Каких денег? Ты не, что? Ну я сейчас ухожу. Тихо, не шуми. Ну денег дай, ма! Тихо, я тебе говорю, гости у нас. Ну ты что? А, ты что, пьяный? Ваня. Ну выпил немножко. Ванечка. Кушай. Ты ручки мыл? Мыл. Что? Денег дай. Я тебе сказала, денег нет.
За квартиру платить нечем. Какой еще Дима? Познакомьтесь, пожалуйста, это мой сын Ванечка. Ваня. Ваня, это Дима. Денег дай. Но ведь выселит из квартиры, долг и так уже непомерный. Слушай, мне вкипишь твой базар. Ваня, веди себя прилично. Да надоело уже. Значит так, ты немедленно идешь в свою комнату и проспись, пожалуйста. А мы с Димой будем пить чай. Иди ты к черту, дура. Что ж ты так с матерью-то? Тебе что, больше всех надо? Слышь ты! Эй, мужик, ты чего? Что ты? Ты чего, мужик? Ты по фене-то научился. В тюрьму хочешь попасть, успеешь в тюрьму всегда. А с матерью не надо, так понял? Ай! Ах ты, сука! Дима, сейчас будем пить чай. Ну давай, давай. Бей! Боже мой. Я не знаю, что с ним случилось. Что на него нашло? Отец погиб, и его как будто подменили. Простите, простите. Я тоже рос без отца. Уже очень поздно, я, пожалуй, пойду. Ну куда вы пойдете? На улице темно, да и транспорт уже не ходит. Оставайтесь. Ну что вы, как же? Да вот, я вам на диване постелю. А сама лягу на кухне. Братан, за что тебя? За что? Ничего, тюрьма тебя научит. Чему тут учиться?
Ой, Дима, а куда вы так рано? Мне пора, я пойду. А я завтрак приготовила. Пойдемте кофе выпьем, чаю. Пойдемте. Спасибо. Вы б сына отдали в секцию какую-нибудь? В карате или в борьбу? От плохого отвлекают. Я вот о музыке мечтал в детстве. У нас гитара была, я бренчал целыми днями на ней. Музыкантом хотел стать. Даже бывало, концерты устраивали с ребятами. Что ж не стали? Гитару разбили в драке. Знаете, подождите минутку. Вот, это гитара моего мужа. Берите. Ну как же, это же память. Да берите, берите. Вам она нужнее. Забыл. Алло. Ну, привет. Когда? Сейчас? Ну да, давайте, заходите. Ну, пока. До встречи. Ага. Я пойду. Ну, спасибо вам большое. Не за что. Ну, почему не за что? Вы мне помогли очень. Ну, заходите как-нибудь. Спасибо вам. Не к Каневским. Ко мне. Спасибо вам большое, спасибо. Да не за что. Спасибо, всего вам хорошего. Спасибо. До свидания. Заходите как-нибудь. Не к Каневским. Ко мне. Что это? Вы мне ничего не должны. Это ваши деньги. Я их украл. И зачем же вы их возвращаете? Вы ко мне по-человечески, а я вот